Загадайте малышу загадку. Бусы красные висят, из кустов на нас глядят. Очень любят бусы эти дети, птицы и медведи. Ну, конечно же, это малина. Малину по праву называют царицей садовых и лесных ягод. Если малина растет у вас в саду, то это садовая ягода. А если вы встретили эту ягоду в лесу, то это ягода лесная. Заросли малины можно встретить на лесных опушках. Ягодки, как красные фонарики, усыпают веточки. Раньше других созревают те, которые ближе всего к солнышку. Малинку любит не только человек, но и звери, и птицы. За ее необыкновенный сладкий вкус, ароматный запах. Кроме того, малина – это целая кладезь полезных веществ и витаминов, так нужных каждому из нас. Развивайте грамматический строй ребенка и поиграйте с ним в такую игру. Один – много. У меня одна ягода, а у меня много. У меня один листик, а у меня много листиков. У меня одна корзинка, а у меня много корзинок. У меня один кустик малины, а у меня много кустиков малины. Знакомьте малыша и с другими садовыми и лесными ягодами.